рада приветствовать вас на своем канале и вновь прибывших, и уже тех, кто постоянно меня смотрит. Всем-всем-всем рада. Сегодня у нас будет влог. Посмотрим посылочку, поделаем немножко странички для вот этого альбомчика. Я его еще нигде не показывала. Давай. Вот такой альбомчик детский я делаю. Он сейчас в процессе еще. И я вам покажу, какие материалы я купила для него, где я купила их. И что я с ними буду делать, тоже покажу и расскажу. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. Не забудьте подписаться, поставить пальчик вверх. Я сегодня долгожданный обзор посылочек. Что ж, всем привет, дорогие друзья. Третий раз уже пытаюсь все это переснять. Надеюсь, что наконец-то сейчас у меня все получится. То жужжат, то сверлят, то стучат, то еще что-то. Значит, у меня сейчас на заказ поступил детский альбомчик. И я уже начала подбор материалов. Хотела с вами распаковать посылочку, которую я заказала специально для этого проекта. Я уже подобрала. На обложке у нас будет шейкер, состоящий из вот таких двух кружочков. Это реальная фотография малыша и вот эта найденная картинка в интернете. Я их обработала, и они будут помещены в шейкер. Бумагу я буду использовать от Little You. Я думаю, вы все ее знаете. Также я уже подготовила, нарезала карточки и всевозможные высечки, вырубки, все какие-то облачка, в общем, ну все, что было в коллекции. Бумагу всю я покупаю в электронном виде и потом печатаю на покупной своей бумаги. Бумага у меня 300 грамм на метр квадратный, и ну, она очень плотная, классная и хорошо печатается. Единственное, что есть там нюансы при печати на самом принтере, поскольку тяжело дается вот такая плотная бумага, там нужно специально ее, как это правильно сказать, кадрировать, так чтобы она правильно печаталась. Вот. Дальше хотела с вами поделиться. Там же, где я беру бумагу, я нашла вот такой классный картон. Он фактурный такой, шершавый. И у него мелкие-мелкие вкрапления серебристые такие, серебристо-золотистые. Называется это картон Mica Metallic белый. 240 грамм на метр квадратный. Фирма Галерея Паперу. И очень крутой, мне безумно понравился. Основные скраб-материалы все я заказывала в Эмилии. Эмилия сейчас радует тем, что дает скидку на следующий заказ 5%, которые суммируются к вашей личной еще скидке, и у вас получается очень классно, выгодно брать там. Нужно оставить фото или видео отзыв в Инстаграме, и, в общем-то, потом получаете вы код на дополнительную скидку. Я, поскольку переснимала уже один раз, но я только один раз открыла, вот так, и все, даже еще ничего не трогала, поэтому вот, как было сложно, так и есть. Я взяла примовские вот такие блесточки голографические для шейкера. Здесь луна, звезды и сердечки. Почему-то мне захотелось именно голографические взять. Мне кажется, они будут хорошо сочетаться со всем, что я хотела. Дальше, набор люверсов от компании Верми Мари Киперс для всевозможных тоже тежиков, еще чего-то. Думаю, они хорошо подойдут и пригодятся. Естественно, два вида клея. Да, глосси акцент для создания объемных элементов. У меня мой уже мутноват немножко, и ну, хотелось бы сделать все идеально. Естественно, бутылочка Токи-Гу, которая пойдет на ура. Дальше два отреза замши. Это тот цвет, в котором у нас будет альбом наш. И на всякий случай взяла еще небесно-голубой, потому что, может быть, понравится больше он. Не знаю, честно говоря. Мне, в общем-то, и тот очень и очень даже нравится. Но этот намного тоньше, и я так понимаю, что это типа как... Короче, они на разных основах. Две магнитные вот такие застежечки. Думаю, они мне пригодятся очень даже. Отрез золотистого глиттерного кожзама. Я сейчас очень его полюбляю. У меня есть крупный, из которого я делала
свой планер. И также вот я взяла еще мелкие и буду выбирать между тем и тем. Посмотрим, какой мне понравится больше. Так, дышка. Ага, ой, это все подарок. Эмилия положила в подарок набор Mary Bright от Bombani. И вот такие две ленточки тоже в подарочек. И вот такие конфетки. И золотые ниточки тоже от компании Verme Mary Keepers. Они идут сразу со шпулькой, и это очень-очень круто. И надеюсь, что я ими много чего построчу. Думаю, они плотные. Далее, набор вот таких биндеров. Тоже часть из них пойдет в альбом. От Art Usura, значит, я взяла чипборд с клеевым слоем, с фольгированием, полностью фольгированный для обложки альбома, я так думаю. Утихана. От Studio Calico, опять же, набор с надписями. Они тоже все идут с фольгированием. Вот я вам сейчас это все... Ай, показываю, меня кусает за ноги кошка. Что мне делать? Это какой-то... Кошмар. Ого. Вот это и все. Набор вот таких наклеечек. Тоже от Little You. От Create Paper. С фольгированием. Мне хотелось, чтобы часть была все-таки оригинальных. Ну и последнее, что нас с вами ждет, это наклейки. Я их взяла для своего планера. И тоже мой личный заказ, скажем так. Не для альбома. Хотя, возможно, я что-то еще и отсюда тоже возьму. Дешевые. Блин, у меня так горло болит, просто кошмар. Они очень дешевые, поэтому там буквально по 12 гривен, по-моему, лист. Поэтому нет смысла долго мучиться, напечатать сначала на цветном, потом на лазерном, потом фольгировать. И, естественно, много кальки, которые будут тоже участвовать в альбоме, я их буду прокладывать. Вам показать, девчонки, нитки вот золотые, как смотрятся. Красиво, и шить ими очень удобно. Ну что, всем привет! Я не знаю уже, какой сегодня день влога съемочного. В общем, я там по чуть-чуть что-то снимаю. Уже посылочку мы с вами распаковали. Сейчас готовлю новую рубрику по ремонту. Надеюсь, что вы ее поддержите. Я ставлю вот здесь опрос, давайте. И вы проголосуете, интересно вам будет или нет. Потому что я много делаю всяких ремонтных работ по дому. И я решила полностью... как это сказать... Ну, короче, полностью снимать этот процесс от начала и до конца. И там, ну, такие серьезные ремонтные работы, которые я буду делать сама своими руками. Что-то, конечно, я где-то буду вызывать каких-то мастеров, потому что у меня там элементарно не хватит сил раздолбать, допустим, стену между ванной и туалетом. Но, ну и потом это еще убрать, вытащить надо будет все. Но все, что касается отделочных работ, я это буду максимально все делать сама. И, ну, естественно, сам декор. Если вам будет такое интересно, то я вас очень прошу, проголосуйте. Если будет неинтересно, тоже проголосуйте, чтобы я понимала вообще в дальнейшем, стоит ли мне это затевать или нет. Потому что я уже, в принципе, 2 съемочных дня у меня было. Да, но все это будет делаться не быстро, потому что я это делаю все за свой счет. И, ну, у меня как бы бюджет очень-очень ограничен. А дальше, что еще? Ну и сейчас буду снимать мастер-класс по кулинарной книге. Я сейчас готовлюсь. Сейчас буду садиться распечатывать все, что мне для этого понадобится. Хочу сделать еще новую заставку на канал. Я до сих пор в поиске. Ну, до сих пор я всегда в поиске чего-то нового, интересного. Увидела один вариант там с красивым принтом букв. И вот хочу попробовать. В общем, вот так, девчонки. Так что...
с вами будем прощаться. Я всем желаю солнечного настроения, моря вдохновения и всем пока-пока. До скорых встреч!